Я получил 10 тысяч алмазов, но пришли ребята и решили их потратить. Бро, твоя последняя цифра лайка покажет, какая стенка тебе достанется. Ставь лайк и пиши в комментарии, что тебе выпало. Йоу, ребята, всем здорово. Здорово, пацаны. Сегодня, короче, мы будем тратить алмазы Юрича. Я очень надеюсь, что они мне накупят нормальных вещей, а не какую-нибудь чушь. Надейся, братан. Да, ты готовься просто раскошеливаться, понимаешь? Мы сейчас все просто заберем у тебя, вообще все просто. Все. Я предлагаю начать с 1000 алмазов каждому. Кто начнет первый? Давайте, пацаны, скиньтесь на камень, ножницы, бумага. А какие? Давай, Никит. Давай, раз, два, просто три. Скажешь, камень, ножницы, просто, бумага. Просто скажешь, давай, раз, два, три. А, давай, камень. Ножницы. Ну ладно, давай тогда. Я думал сначала обмануть, а потом понял, что мне вебка записывается. Ладно, поэтому начинает змей. Хорошо, начинаем со змея. Что? А. Давай, ладно, как это работает? Нормально. Кино. Он выиграл, начинаю я. Даркник, вот эти три гангстера получили по одному ваучеру на неделю. За лайк, комментарий с твоим айдишником и подписку на канал, один ваучер сможешь выиграть и ты, поэтому обязательно участвуй. Так, ну давай, слушай, у меня, короче, тут вещей нету. Но раз у тебя алмазы есть, я предлагаю тебе подарить мне подарок. Главарь банды называется. 1200 стоит. Вот это беленькая, да-да-да. Главарь банды, хорошо, 1000. Ну, у меня тут скидочка еще будет, поэтому... Ну, нормально, ничего. Поэтому у тебя 10 тысяч, у тебя хватит, братан. Хорошо. Мне надо было ниже просто чуть-чуть, там был никнейм Даркник, надо было ему отправить. Я понял, хорошо. Нет, тебе другое. Опа. Оп, Юрич Фрифар, спасибо. Первый косарик ушел. Братан, за 5 лет мой первый подарок от души. Подарите змею подарков, ребята. Если кому не жалко, там тапочек каких-нибудь, там за 200 там алмазов. Или в виде подарка можно просто поставить лайк и подписаться на канал. Кстати, да, вот хорошая это, кстати, тема. Это, вот, это вот прям правильно, да. В описании будут эти ребята, поэтому приходите и подписывайтесь на эти каналы. Слушай, ну я думаю, что давай я чуть тебя пожалею, зайдем так. В квоты. Посмотрим, что у нас там вообще есть. Да, давай крутить. По 10 штук сразу поехали. Так, понеслась. Погнали, ладно, поехали. Дань, слышь, там сейчас прикинь, в конце ролика там просто алмазы в минус уйдут. Не, я сейчас офигею, если Никита так... Даркник... Я уже его начал разводить, помню, что... Опа! Это что тут? Нормально. Продолжаем. Кстати, ребят, я сделал свою группировку в One State, поэтому я предлагаю Даркнику и Змею вступить в мои ряды. И тебе, бро, я хочу посоветовать эту имбовую игру. One State. Окунись в атмосферу Лос-Анджелеса и выбирай свой путь в уникальной RPG. One State позволяет играть с тысячами людей одновременно. Здесь очень клевая физика и графика, и при этом грамотная оптимизация. Поэтому тебе будет комфортно на любом девайсе. Я уже создал свою группировку и играю на полную катушку, поэтому давай играть вместе. Кстати, это первая ролеплей на игровых телефонах и планшетах, написанная на собственном движке. Мое уважение. Скорее переходи по ссылке в описании и качай One State абсолютно бесплатно. И не забывай про этот промокод на 10 тысяч баксов. Приятной игры! Давай, давай, поехали, поехали. Мне будет очень туго все падать, я уверен, потому что у меня постоянно идут алмазы в оборот, и я думаю, что игра меня уже душить будет. Поэтому... Таким сейчас мы просто аккаунт прокачаем, как бы, и все. Я уже хотел, понимаешь, его развести, я говорю, сразу с 5000, давай там начнем. Так, но у нас 3 жетона, а там мы прям выбиваем или пытаемся за жетоны? Мне кажется, ты не будешь, братан, за 1000. Это тебе решать. Нет, ну ты можешь потом продолжить, разумеется. Да потом на остальные 8000, да? Каждый потом, понял, короче, покрутили, каждый по медальке забрал, как бы, и все. Да, чисто ролик, подарок змею и джекпот чисто выбиваем. А сколько вообще стоит там вот этот наборчик? Нашка, этот набор стоит, я выбил 6 пока что. С каждой попытки. А это вообще забито. Ну неплохо, ты можешь скин потом забрать змеиный. Там сейчас немножко тебе хватит потом. Так, ну ладно, давай его, короче, пожалеем. Давай мы выбьем ему питомца в виде этого. Точнее, дробаш в виде питомца. А я наоборот. Это уже есть. Я скажу, что... Я хотел тебе помочь, но как бы раз ты так хочешь, тогда давай инкубатор покрутим, чтобы ты ничего не забрал. Дань, послушай, ты не хочешь подарок, братан, Дань? У тебя там день рождения вроде было. Может, тебе подарок подарить? У меня просто алмаз есть лишний. Даркнику. Да, Дани, это, бля, кто Даню то, бля? Ты Никита. Охренел совсем, что ли? Я тебя перед Заннердом путаю. Знаете, что сидит на сколько ютуберов сидит? Братан, братан, ты что, брат? Знаешь, когда тебя называют братаном, забывают твое имя. Я поэтому тоже так люблю. Часто пользуюсь. Не, я его просто с Заннердом путаю, поэтому. Так, Никит, хочешь подарок? Что Заннерду подарить? Давай, давай, давай. Я думаю, чтобы самое интересное было, да, можно вот взять набор парень с улиц, вообще, чтобы понимать. Вот и этого, да?
Да, чуть увеличить бюджет. Нормально, нормально, я думаю. Нормально, я думаю, ну что, расширяю. Не, мне не жалко, я могу тебе подарить. Я предлагаю Никите подарить набор с улиц. 10 штук? Я не знаю. 10 штук? Давай. Нормально. У нас бюджета не хватает, к сожалению. Так, хорошо, со скидоном как раз почти что в полторашечку и вышло. Нормально, нормально, нормально. Как тебе подарок, братан? Слушай, я кайфую вообще, я просто получаю удовольствие. Если сейчас мне придет еще там, знаешь, что в подарке жетоны, то что у меня есть жетоны, это будет еще забавно. Кстати, Змей, что хочу сказать, у меня на канале уже 58 250 гангстеров, но конкретно тебя, бро, не хватает. Обязательно жмякай в эту красную кнопку, чтобы сделать ее серой. Вот-вот мы уже добьем 60 тысяч. Я вот знаешь, что думаю, давай зайдем в магазин. Так. Вот. И, короче, подарки тоже. Значит, ролик просто чисто друг друга передаем подарки, да? Так. И, короче, слушай, братан, что тебе не хватает? Может, запасы там что-нибудь купить тебе, да? Я даже не знаю, тут есть какая-нибудь херня, которая в целом не нужна вообще в игре. Я знаю, куда потратим? Может быть, тебе на 1500 тапки отправить, просто 10 штук, знаешь? Я думаю, да. Я думаю, вот тапки, кстати, не хватает. Вы что творите вообще? Наведи меня, что это? Снизу, а, вот это, вот это, да? Так, змею, правильно? Подсказываю. Да, 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 конечно, да, да, конечно. Да, так. Сколько там? Столько штук, нормально. Да, да, ну ты понимаешь, сразу для на всех, понимаешь, как бы, если что. Вот это вот, да? Ладно, ладно. Не, в целом неплохо. 6 наборчиков. Вот так. От души, брат, ты второй человек, который мне подарки подарил, спасибо. Обращайся, обращайся, брат. Пока что все уходит только на подарки. Мне обменник не дали. В смысле? Один набор открылся, меня Free Fire обманул просто сейчас. То есть я сейчас полторашку вот так вот выкинул в никуда, получается. В никуда кинул. У меня один набор открылся, и все, она пропала. Ты, знаешь что, ты для админов скинул, чисто админов спасибо, сколько можно. Так, ну ладно, давай Юричи тоже что-нибудь подарим, все-таки первый раз. Я думаю, знаешь, что сделать можно? Как идея, короче. Попробовать докрутить тот джекпот, но да, да, вот до того момента, смотри, до того момента, не полностью, чтобы он выбил, а 14 штук, чтобы одну ему не хватило, понял? Вот так его потратили, да? Не, там может выпасть в целом, он может забрать. Не, давай ему заберем тоже, ну, мы как бы не жадные люди в целом. Спасибо, пужики, спасибо, я очень надеялся на это. Юрич, хочешь подарок, братан? Конечно. Ой, мне этот... Сейчас, пацаны, звук пропал. Да, 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 хочу подарок, хочу, конечно. Алло, 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 змей. Так, все, слышу. Да, слышу. Да, да. Я думаю, две попытки мы забираем уже. Окей, окей. Так, раз. Так, одна. И сейчас смотри, три выпадают, забираем стенку. Это одна. О-о-о. И две еще. Три. Слушай, бам, нифига пожалуйста, ты мастил. К джекпотов. Я уже игру, знаешь, знаю. Я тут 5 штук, да, чтобы набор забрать? Не, да. Мы стенку забираем, зачем ему набор? Мы стенку, ну... Да-да-да, ему набор, я думаю, не нужен, ему стенка нужна. Ну, да. Тем более змеина, смотри, красиво, прикольно. Блин, какая стрёмная. Не, алло, это мой скин, ты не понял. Вот выйдет кролик какой-нибудь, я его обосру просто. Ладно, ладно. Он уже есть, мужик. Фу. Я пошутил, хорошая стенка. Имбовая, реально. Тогда тебе, может, выбьем этот, добьем джекпотик. Который ты мне докрутил. Вот этот? Вот этот, да. За 400 покрути сейчас, я лутбокс просто выпадет. Давай, окей. Нормально, шикую. Лутбокс. А все, а дальше не надо крутить. Это просто хотел алмазы потратить. Просто чисто лутбокс. Окей, так еще есть. Я думаю, тебе хватит. Еще есть. Нет, дальше мы не крутим. Хорошо, ладно. Блин. Вот это хорошо было. Да, да. Давай лут, вот это да. Первый раз в жизни трачу алмазы на... Слушай, а там что-то выпало. Там, по-моему, выпало. Вот это золото. Это фрагмент был. Фрагмент. Вот насколько они не сделали вот это, ты такой думаешь, что выбьешь сейчас и не выбиваешь. Как-то по... Ну, он хотя бы штаны выбил. Уже неплохо. О, у нас... А, нет, не... В конце купон не дали. Вот так. Я еще? Да, еще косарь. Ну, тогда крутим дальше просто. Давай, ладно. Давай я ему... Тем более, я надеюсь, он не выпадет. Сейчас... Ну, вообще, он сейчас выпадает, по идее. Вторая попытка должен забрать. Куда я трачу алмазы, я не представляю. Штаны. Нормально, обменник выбиваешь зато. Я думаю, нету? Смотри, жаль, конечно, да. Пусть прокрут делает. Никит, конечно, жаль алмазы, да? Ну давай тогда еще как раз заберешь купон. Последний, давай. А, ну да. Ради купона, не ради набора. 550 алмазов ради одного тампончика, это замечательно. Блин, и персонаж-то все прокрут. Офигеть, он еще и не падает главный набор. Нормально, зато купон, смотри. А, нет. А, тут это хрень! Тогда получается, братан, нет его. Даркник, теперь твоя задача 2200 потратить уже.
Я уже даже не знаю, на что тратить, просто, знаешь, это как бы такая власть, понимаешь, передо мной. Может быть, докрутить, а может быть, не докрутить. Ладно, давай, знаешь что, один раз крутанем здесь, один раз здесь. Вот это, тут все, да, хорошо. Да, давай, давай, давай. Если сейчас не выпадет. Не выпадет, смотри. Нет, походу с последней уже. Уже с последней, наверное. Ой, юбочка. Не-не-не-не, футболка бомбодневая зато. Вот это, я понимаю, мощь. Зато фрагмент. Да, вот, знаешь, тебе не нужен. Я бы по одной попытке покрутил специально, понял, чтобы меньше шанс было. А у него вот купоны это... просто падают. Останавливай меня, короче. Останавливать. Остановите его. Да, я кручу-кручу, когда скажешь стоп, то остановлюсь. А можно не молчать просто? Конечно. Я предлагаю молчать, просто в тишине будет крутить, и там пока алмазы минус не уйдут. Да-да-да-да. Чисто вышел с аккаунта, все, перестал снимать фришфайр. Ладно. Юрич, у тебя очень невезучий аккаунт, я хочу тебе сказать. Да. Ну, тут я уже как бы пошли алмазы, если что. Нормально, нормально. Крути, крути, ты крути. Никит, контролируй. Не надо, пацаны, пожалуйста. Причем, знаешь, издеваешься, ты, знаешь, просто тыкаешь его, понял, алмазом 55 алмазов. Я сейчас главное... Стопани, стопани, стопани. Мучит, мучит, okay, короче. Окей, окей. Стопани. О-о-о, фрагмент. Нет, ну, наконец-то. Я как вовремя сказал стопани, да, и сразу он появился у него. Так, стопани, да? Да, 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 хватит, ты крутишь, ты еще. А, все, все, понял. Охренел мои алмазы. Смотри, смотри, все, больше. 55 алмазов не скидываешь, понял? Не смею тоже 100 алмазов. За этот, как его, моральный ущерб. Тыкаем, давай. Дальность, точность, перезаряд. Нет, это слишком большая. Это урон, нет, тебе не нужен урон. Это слишком хорошо для тебя. Братан, это слишком хорошо. Тебе нужно что-то другое, понимаешь? Во, во, во. Так они у него есть. Те сканеры нужны? Можете сканеры? Да, да, да. Все покрутим. Нет, давай, конечно. 5 штук. Я думаю, тебе нужен сканер. 5 штук давай покупаем. Переборщил. Вот здесь вот. 125 алмазиков уходит, да, на, да, сканеры. На сканеры, неплохо. Да. О-о-о. Вот, уже у тебя как бы столько сканеров. Да, дети сканеров. Вот эмоция, нам нужна. Куда ты пропустил? А я не знаю, где она. Куда ты пропустил? Вот что теперь делать, а? Вот вообще, что прикинь, теперь делать? Наши алмазы не дают нам тратить, я в шоке. В натуре вообще, я в шоке просто, блин. Как будто, знаешь, это его деньги. Не, ну она по скидке была, я поэтому ее и скипнул, чтобы... Давай, давай, выше поднимай, короче. Нам нужны еще какие-нибудь самые сильные статы тебе нужны. Давай посмотрим. Вот эти? Не, братан, это слишком сильно для тебя. О, о, вектор, вектор, дальность плюс магазин. Идеально. Да есть у него оно. Он тратит алмазы без нас, представляешь? Просто я вот, в шоке. Начинается вот, уже. Давай, давай, давай. Вот, вот эту? Узику. Да, да, вот. Вот сколько? 10 штук давай. 11, нет, 11. 11, 11, лады, все. Лады. Все, открыть. А, ой, тут ты... Чё? Просто... Чё? Ну хотя бы, хотя бы. Ты его начал жалеть или что? Я не понял, почему с первой попытки. Ты знаешь, что я хотел сделать? Чё за фигня? Я ему хотел карточки просто купить эти, понял, короче, и все. Я тоже думал в этом прикол, ему с первой попыткой просто. Во, во. Магазин бронебойности. Вот эту. Да, да, одну, одну, одну. Давай, открыть. Сейчас прикинь, снова. А, спасибо. Одна медалька, нормально. На память, на память осталось. Спасибо, пацаны. Какая у тебя, это, какое любимое число у тебя? У меня число... 846, нет. Минус. У меня число начинается на минус. Давай пусть будет 5. Давай, хорошо. 5 лутбоксов, вот выше поднимаешь. Что вот это вот, давай. 5 лутбоксов, да. Давай. Мы будем по возрастанию идти просто. Вот так, так вот, хорошо. Открыть. Оп, нормально, тоже на память. Идеально, идеально. Все, идем дальше, мы не выбиваем, да. Следующая у меня 7. Давай, 7. 7. Так, хорошо. Все, отлично. Открыть. Блин, идеально. Красивые карточки. Ой, пацаны, нормально, спасибо. Не, карточки давай, реально красивые. Мое любимое число, давай твое любимое число. Мое 4. Да, давай 4, окей. Ага. Странно, что не 0, да? Так, следующее, давай погнали. Твое, подожди, любимое число твоей мамы, давай погнали. Ты чего? Ты откуда я знаю? Давай 8. Блин, честно. Окей, потому что 8 числа день рождения. Вот проверку узнали, все. Давай-ка, если любишь маму. Давай, давай. Только тут уже не карточка, тут же... Вот, оружие. На время тебе оружие. Ладно, нормально, вот сойдет. Мощь. Давай обычные лутбоксы. Давай обычные уже. А где? Сейчас мало осталось. Где? Вот. Давай, вот на что-нибудь. Вот что-нибудь из этого. Давай, дробовик, давай, давай. Сколько? Сколько? Одну.
Нормально прокачаться. Спасибо, Никита. Братан, от всей души. Не хочешь, мы тебе эволюцию прокачаем? Хочу. Давай тогда одну медальку, что ли. От всей души, братан. Спасибо, спасибо, Дарк, спасибо большое. И вот там тоже одну возьми. Вот это тоже, да. Ой. Никита бешеный вклад делает, конечно, в этот аккаунт. Так, а тут 8 штучек, уже хорошо. Неплохо, неплохо, слушай. Еще где-то 1500 где-то надо еще, и все, и прокачаешь. Да, можно так, было сначала... Вниз, смотри, у меня еще дохренища алмазов. У меня еще тут хватит все скупить. Да, да, согласен. Так, вот гангстер, вот, давай. Ты же, у тебя пацаны гангстеры, да? Согласен, а, у тебя куплен, да? Но у тебя у меня пару, да. Вот, да. Давай, давай, все, на все открывай. 146 получается. Давай, вычисляй. Вот, вот у него так. Там вещей нету, как раз и не будет, да? Потому что не выиграл. Так, да, да, нормально. Вот, нормально, нормально. 21 алмаз, погоди, 21 алмаз, мне кажется, можно куда-то потратить. Да, да, да. Зайди в обычные вещи, тут в запасы зайди, там что-то должно быть в запасах. Да, 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 вот можно этот две вещи купить. Вот давай вот это волка, который... подожди, подожди, в смысле? Волка на память. Вот, вот самый правый верхний угол, вот. Вот этот? Да, 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 вот это. Да, да, вот, вот мы про него. Одного, двух? Двух, конечно. На память. Чисто на память от нас, да. Пацаны, оставьте мне чуть-чуть алмазов, ладно? Вот, пожалуйста, братан. Не, мы в целом потратили 999 алмазов. Я думаю, один алмаз мы можем тебе оставить. Спасибо, ребята, спасибо. Слушай, возможно ли его вообще потратить? Нет, никак нельзя? Нет. Ладно. Так бы потратили. Хух, сэкономил-то хоть немножко на этих гангстерах-то, блин. Ребята, каналы в описании. Не забывайте посещать и заходить в гости. Передавайте от меня привет. Пока. Всем удачи и всем пока.